сегодня на сегодня сколько в зале доилось 715 голов. Все были идентифицированы. Средний удой на одну голову составил 13,4 литра молока. Когда осеменилось, были ли болезни и как протекали? Стельная или нет? В специальной компьютерной программе о корове можно узнать абсолютно все. О тонкостях работы на производстве рассказали специалистам животноводческой отрасли во время экскурсии в племхоз Нара Асановский. В основном здесь коллектив именно специалисты хозяйств и специалисты ветеринарных станций. Это главные ветеринарные врачи, главные зоотехники, селекционеры. Мы пригласили здесь специально для обучения наших сотрудников и для прояснения различных рабочих ситуаций. Организация работы в нынешних условиях – главный вопрос для животноводов. Эксперты собрались, чтобы обсудить воспроизводство и повышение продуктивности крупного рогатого скота в Московской области. Будем поднимать вопрос о том, что, коллеги, надо задуматься и переходить на отечественное оборудование, на отечественные приборы, на отечественные препараты. Встречу организовали в Нара Асанова не просто так. Хозяйство на протяжении многих лет лидирует по всем показателям. Здоровое поголовье, сохранность молодняка, высокое производство молока. По мнению специалистов, это лучший пример для других предприятий отрасли животноводства. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».